Перевод в центр. Там, кстати, очень хорошая позиция футболиста. Опасный момент. 1-1. 31-й. Очень четко он реализовал свой момент. А Йоахим Лёв, между прочим, перед матчем говорил о том, что одна из наших задач – это продолжить серию без пропущенных мячей. Но и она прервалась. Она составила... Перед матчем было 648 минут, то есть плюс 30, 678 минут сборная Германии не пропускала вообще. 678 минут, представьте. Правда, сухая серия Мануэля Нойера продолжается. Он-то не играет. Бернд Лена мог ли выручить свою команду? Наверное, нет. Удар в дальний угол очень хорош. Точно низом после передачи классной. С фланга Назаров. Так вот, щечкой Хёбинс не успевает ему помешать. В притирку со штангой мяч кладет к восторгу местной публики. 1-1. Вот такой вот стала сборная Азербайджана под руководством Роберта.